Здравствуйте. Сегодня наш 16-й день революционного процесса Юрия Горбенко. Сами видите, какой феноменальный результат. Человек работает с грушей полностью, ничего не беспокоит. Отличный результат, самое главное, настрой. Готовимся к бою, который предстоит скоро. Чтобы все подписывались и смотрели. Обязательно. Все, разогреваемся, дальше идем работать. Полетели все на ступенечки. Добавляем инновационные технологии, нанотехнологии в реабилитации. Результат сами видите. Сейчас мы будем делать новое упражнение на разработку бицепса бедра, задней поверхности бедра, чтобы была лучшая амплитуда. И вообще нога была посильнее. Смотри, как дядя Игорь сейчас будет работать. Еще. Назад, зри. Держи. О, фиксируй, Юра, да? Это работа пошла. Работа пошла. Он батя работает. Давай, Юра, давай. Топ просмотров будет. Отлично. Здорово. Еще, Юра, давай. Давай. Не сачкуй, Юра, не сачкуй. Давай. Пошли сюда, раз. В этой плоскости, два. Здорово. В этой плоскости, раз. Сюда, два. Надо выложить. Держим. Как самочувствие? Честно. Ногу вообще не чувствую. Все. Поехали. Просто так. Легко откуда-то расслабить. Вот смотри, уже не больно. Я уже достаю. Вот столько, и ему даже не больно, даже не ощущает дискомфорт. Вы можете понять, какой результат. Все. Ту боль довели, и все, и больше. Любой одной. Сначала одной.
Поехали. Замочек поставили. Держим. Вторая замочек пошла. Замочек. Задача, держим замок. Замок левый. Замок левый. Левый замок. Хорошо. Левый замок. Мышцами держим левый. Вот так. Хорошо. Плечи расслабили. Левый держим. Замок, замок левый. Thank you.